Хей, йога, с вами Шимики, и мы продолжаем пройти игру под названием 8 дверей. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами победили босса в пещерах, в какой-то там маске. Теперь мы с вами отправляемся... куда мы отправляемся? В канализацию. Во-первых, мне нужно найти... А, ему уже оружие не нужно, точно. Ему уже оружие не нужно, потому что он умер. Тихо. Как я должен туда был попасть? Ну, я вижу, что там есть, да, проход. Дальше что? Я понимаю, что только отсюда должен быть проход. А вон, смотрите, есть... А, это... Стоп. Ладно, странно все это. У меня две хилки. Не фул хп. Почему я... А, могу. Ну, погнали сюда. Да, видите, палка свет создает. Вот оно что. Оно отгоняет тьму. Неплохо. Теперь я знаю. Хорошо, пока что просто куда-то идем. Куда? Нафиг его. Так, не, давайте, наверное, все-таки влево схожу, потому что там был куда-то еще проход. Да, видите, я должен научиться ломать стены как-то бочком. Центр управления. Кстати, кстати. Походу, я сейчас и научусь. Хо, ля. Там файтинги. Подожди, подожди. Пощады, пощады, пощады. Если твои навыки не улучшатся, даже после того, как тебя одолел игровую приставку... Так, одолжили игровую приставку, можешь быть даже... Быть, это работа не для тебя, смотритель подземных каналов. Постой, просто сдавайся. Проклятие, какая досада. Окей, оу. Лол. А ты кто? Ты! Что здесь делаешь? Вы знакомы? А, какая печальная история. Ты ищешь Сула? То есть, того парня в маске. Ты его видел? Нет, а ты? Я тоже нет. А, что? Что-то припоминаешь? Не так давно камера наблюдения зафиксировала одного хранителя смерти. Было похоже, что он искал беглую душу, и он точно был в маске. О,
Верно, наверное, это был Сул. Где это было? Там что-то вроде лаборатории, так что трудно показать тебе точное местоположение. Да, и он наверняка отправился в другое место. Тогда что нам делать? О чем ты? У тебя есть две ноги, вот и используй, правильно? Я передам тебе отпечаток подземных каналов, попробуй поискать там. Эй, а мне ты никогда не даешь отпечаток, когда я прошу. А ей ты дал просто так? Ты пойдешь искать Сула? Если хорошенько подумать, то ты прав. Тебя не зря назначили начальником. Ой, посмотри на время. Эй, похоже, мы отняли у тебя слишком много времени. Пора тебе отправляться на поиски Сула. Будь осторожным. Вот, о чем я и говорил. Вот оно. В форме Дак вы подойдите к платформе стенки, удерживайте Shift, чтобы накопить. А, силу в форме Дак вы так сыграть. Так, сыграй в игру, когда будешь время. Я начну тебя кое-чему. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну да, это. Ау, стоп, я могу тебя туда попасть. Подожди, я уверен, что нажал на кнопку атаки. Кнопка атаки. Ах, какая досада. Эх. Я не могу так закончить. Он что, типа Наруто? Кем я буду, если не могу хоть раз выиграть у того, кто даже начал позже меня? Еще раз, еще один раунд. Так каком это все-таки мы, да, получается? Но мы же живой человек, по сути, а разве нет? Так, ну что, поехали тогда. Опа. Крутиться, а оказывается здесь. Так. Ауч. Да, что мне слишком много дак выдают использовать. Да. Опа. Еще одна душа. Так, но мне все равно нужно навык этого. Как его называют? Ладно, забыл. Да ё-моё. Шумай, есть еще так много игр, которые мне нужно сыграть. Я не могу умереть, не сыграв 8 дверей. Да, я согласен. Приятель, ты идешь со мной. Ой, монетки были.
сундуки. Так, наверх мне не попасть. А, наверх это, походу, вот тот проход как раз. Ауч. Ладно, он быстро атакует. Эй-эй! Вы заберете меня? Вы заберете меня? Я потеряла куклу, мою куклу. Я не могу найти, Я хочу ее найти, поможешь ее найти? Опа, плюс еще одно задание. Потеряна кукла Дакси. Где должен куклу эту искать? Вау. Опасненько. Очень опасненько. Пицца с ананасом лучше всех. Ням-ням. Уф, ненавижу пиццу с ананасом. Кто ее ест? Не понимаю, как люди едят пиццу с ананасами. Она же отвратительная. Здесь уже вот непонятки. Ага, все. Непонятки разобраны. Да. Ясно. Попытка номер два. Ой, сука, иди в шопу. Тактикс Галактикс. Так, нужно немножечко... Что мне коцнуло? Мне ничего не должно было коцнуть.
Ой, давайте я лучше, знаете, как сделаю? Иначе. Пополняем себе хпшку. Даква, полетели. А, в натуре? Тихо. Но это как один из вариантов. Как я могу быстренько залезть туда? Да ё-моё. Как я тогда это сделал? Ёлки-палки. Мне просто потом хпшки не хватит. Просто не майся, да снова по новой зайди. Не. Пойдет. Стоп, а куда я... Ладно. Так. Просто здесь, скорее всего, блять. И здесь может быть как раз эта и кукла. Поговорить. Ты помнишь, как ты пришла? Подземные каналы похожи на лабиринты, и через них очень трудно перелазить. Если заблудишься, то пути назад уже не будет. А будешь искать целую вечность. Если повезет, найдешь трубу, которая приведет в секретное место. Подземные каналы — это как лабиринт, и путешествие там еще та головная боль. Если заблудишься, то будешь искать выход целую вечность. Угу, я вижу призрака. Собственно, есть еще один проход отсюда. Вентилятор слышал. Я ищу куклу или что я ищу? Куда я иду вообще? Ну да, конечно. Расскажите мне. Благословляю тебя, нашедшее это место. Ладно. Вопрос, где мне искать куклу. Хотя я потом смогу в обратную сторону также туда зайти. Если так подумать. Так, мне вниз, да, надо? Thank you.
ладненько, поехали вниз. Главное не спешить. Я же не знаю, куда я приду. Так, вот таким образом, в принципе, вниз я могу сразу короткий путь найти. Тут я... Ага. Ага. Вау. У меня вообще по инвентарю, сколько у меня там еще места, хоть есть одно. Блин. Инвентарь. Еще одно место есть. Так, внизу есть телепорт. Как раз к телепорту сейчас сходим. Угу. Ох, дай дверь. Это? Опа. Нашелся. Ливонду, пусть эта жаба будет в безопасности. И снова эти странные места, куда я не могу попасть. Как обычно. Так, сразу. Хлоп. Что-то... Тихо, там еще что есть? Мне показалось. Блин, это не лифт. А где еще этажи? Так, стоп. Не сюда же. Я могу вниз пойти, но я вниз не пойду, я пойду сюда. Все равно я уже плавать могу. Понятно. Там босс. Получается, я нашел... А, мне еще нужно там где-то найти босса. Не обязательного. Ну, ладненько. Блин, я не тут вот нажимаю. Ну,
Благословляю тебя, нашедшего в это место. Так. Но. Куда мне идти тут? Ага, сюда походу. А нет. Да, мне как-то туда надо попасть, на ту сторону. А как? Не понимаю. Я не понимаю тогда, куда мне идти. Тут тоже вентилятор стоит. Давайте смотреть тогда так, где... Ладно. Где у нас есть боковые стены? Мне сюда никак не попасть. Мне не туда не попасть, к боссу, хотя... Не, там не попасть. Что здесь не попасть? Хотя, подождите, здесь есть проход вниз. Я не ходил. А почему я не ходил? Скажи, фиг его знает. Там есть проход, но я почему туда не пошел? Почему я сюда не пошел? Рыбки. Рыбки, рыбки, рыбки. Вот и я, в принципе, пришел, да. Просто не заметил. Ауч. Хом, вы видели мою маму? Огона и Дори. Нет, не видел. Ой, тихо. ХПшка. Окей, надеюсь, я не сдохну по пути. О, найс. Мило. Так, там призрак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не то нашел. Ладно. Пофиг.
Надеюсь, я правильно иду. И для чего-то еду. Нет. Я не за душой пришел, найс. Ладно, щит хотя бы немного спас. Куда я иду? Зачем я туда иду? Вот за сундуком я дойду туда. Стоп. Почему бы и нет? Ау. Я просрался. Благословляю тебя, нашедшего это место. Стоп, это мне ящик для того, чтобы вот там? Ну я уже, наверное, прилез. Или нет? Или да? Нет, да, нет, да. Не шансы. Не, я так не смогу залезть туда. Мне нужно минимум как еще прыжок. Оу, щит. Призрак, как мне тебя достать? Не, я хочу забрать духом. А вот это. А вот теперь можно идти дальше. Где был? А у меня что, новое платье? А, у меня вообще было платье? Окей. Ой, нет, иди в жопу. Ладно.
Так. Так, 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 так. Вопрос, что я только открыл? Дай, куда я наш ступлю там. Так, его полицелим. Ай, найс. Я надеюсь, я правильно что-то делаю, потому что туда идти хер знает сколько. Надеюсь, в натуре это... Оно того стоит. Добро. И последний сюда. Да, сраные трубы. Да, ё-моё. Да, давай ты сейчас сдохнешь так вот. Я буду ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха заново бежать. Ладно, там сейф есть. Пусть твоя душа будет в безопасности. Спасибо. Ну чё, босс? Султан. Подождите-ка. Окси тоже там? Ты здесь, чтобы забрать эту беглую душу? Спаси меня, я не сделал ничего плохого. Белая душа? Опять ты. Ты уже начинаешь действовать мне на нервы, так что все сложнее, чем как ты думаешь. Просто... проследи, чтобы с тобой общались аккуратней. Разберись с ним. Это плохо. Осквернённый Сул. Это чё? Минус бабки. А не, не минус.
уж. Что-то непонятненько. Все, все, Сол, все, Сол, а? Сол, что ты делаешь? Что ты делаешь, Соксик? Стой! Он определенно что-то задумал. Он не пытался собрать беглые души, Ква. Неужели это использование душ? У меня плохое предчувствие по этому поводу. Нам нужно в таверну смерти, чтобы узнать, что происходит. Вау! Вир, оброненный Сулом. Вир, отправленный оскверненным Сулом. Ветером можно активировать переключатель на крыльях, а при использовании окружающего навыка создает мощный порыв ветра. Вот это то, что мне нужно было все это время. Стоп, ни хера не понял. Он как будто не работает. Ну и? Чё-то... Кувырок надо использовать. Ясно. Ну что, давайте тогда, я думаю, мы на этом закончим. Да. В следующей серии мы... А нам придется теперь заново все лазить искать. Ладно, в следующей серии тогда сюда сразу пойдем. Ну, можно и будет... Да, в следующей серии сюда пойти, убить босса. Книгу я уже прочесть не смогу, потому что не знаю, как ее достать. Так, 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 так. И, в принципе... Ну, в принципе, я не знаю, куда дальше там идти можно. Наверху, да, вот здесь, где картежник, там было еще что-то. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.